Заперископлю. Ты думаешь, что ты один такой? И по затыльнике все. По погоне за Ешанькина. По-моему, это была заразительность сегодня. Кто-то заразился песней. Или это ты от радости, что научился управлять подсудой? Вчера Акиеса тут показывал. Вот она хорошая, проходка хорошая была. Здорово, друзья! Серега с вами. Со своими белыми волосами. И мой новый друг. Хейтер. Мой новый бородатый друг. Знаете кто-нибудь его? Пишите в комментариях. Надо банку показать. О, нормальная банка, ничего себе. Не ожидал я, что такая огромная банка у тебя будет. Это просто на фото так кажется. Увеличивает, делает ее супер. Так просто она стрёмная. Супер огромная. Ну ладно, друзья, давайте ответим. О, Санька. Кто-нибудь знает? Лайки посыпали. Сразу лайки. Привет всем. Сережка, я не буду тебя целовать голову, они могут понять неправильно. Ты думаешь? Или так, правильно. Так, давай, давай, целуй, целуй, целуй. Все. Слава, целуй его тоже. Голову. Нет, Слава не стал целовать. Спасибо. Шпак, ты лучший. Всем хорошего дня, вечера. Это Ригер, сын... Жене передал. Ригер. Ригер, она носит. Шпак, по кайфу мужик. Привет от Лехи. Походу вы не на тот перископ зашли. Вам надо на Санин Шпака перископ заходить. Ленчик здесь. И Ленчик тут никто тоже. Никто не обижает, все нормально, ребята отличные. Никто не укусил Ленчика, представляете? Клевый. Он еще жив, он не начинает обрастать татуировками. Семье Кулокова. Шортики вообще отличные. Как вам Санина шортики? О-хо-хо-хо! Вот все, это... Сердечки полетели. Вот это орехи. Ставьте лайки. Понравились вам Санины сердца? Ой. Сейчас пойдут дизлайки. О, пошло много комментариев. Тут нет дизлайков. Нету, только лайки? Хорошая программа. Вообще хорошая программа. Ее специально изобрели, чтобы не было кого хейтить. Самые крутые трусики. Юрка где? Юрка домой. Смотри, какой у меня хороший перископ. Здесь вообще никто не хейтит себя. Да вообще, да. Это, кстати, удивительно. Добрый перископ. Даже салам алейкум тут мне приветствует. Представляешь? Банку покажи. Нормально, кстати, у Сани банка, блин. Огромнейшая. Саня сегодня выиграл у нас в дуэли, в этом самом, по армлифтингу. Так что Саня чемпион. А дядя Сережа даже не вошел в тройку. Так что не вытянул 125? Забаранил Серегу. Хотел, блин, второе место получить, но не удалось. Серега, это твой перископ? Нет, что-то на твой зашел, знаешь. Зарегистрируй. Ты же тут. Вот и настало будущее, когда все общаются со своими телефонами. Слушай, так проходит вечер. Вы думаете, мы тут общаемся, да? Да. Сначала снимаем видео, потом все в перископе. И квалифируют сюда, и все будут просто сидеть. А вот этого парня вы знаете? Вот этого парня? Как его, блин? Черт, как нажать? Давай, работай. Вот этот толстый физик. Это ж... Привет, жирный. Тут, блин, собрание блогеров. Ну давайте больше лайков ставьте тремя пальцами сразу. Мне нужны сердечки. Я буду коллекционировать. Я хочу больше сердечка. Вон он, Денчик, вон он. Знаете его? У них там танцы.
Они там балетом решили заняться. Обнимаются. Он на носочках стоит. Денечка инвалид. Я сломал ноги. Теперь он не может ходить. Видите, как тяжело ему наша битва произошла. Он еле идет теперь. Лоу-кик по играм прописал ему. Что это у нас? Все решили выйти срочно в перископ. И я тоже решил тоже это сделать. Итак, смотрите, показываю. Тут у нас Сергей Миронов. Мы смотрим его перископ. В перископе смотрим перископ. Перископ перископа. Перископ перископа. Вы смотрите, что мы здесь видим. Мы видим меня, там видим Сережа. Ох уж это поколение, блин. Поколение, блин. Перископов, блин. Перископщиков. А вот на заднем фоне тут. Сидишь и чувствуешь, что тебя перископили. Ребята, я просто стесняюсь. Смотрите, тут у нас Дениска. Смотри, что он окружил. На самом деле, буквально несколько лет люди перестанут ходить, даже переезжать не будут кататься. Такие друзья дела. Как у вас? Как Россия? Что хорошего? Смотри, это Сереж Пима. О, отлично. Пима. Привет, привет. Да. Просто хорошая, огромная, дружная, большая семья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Как у нас? Ты как делаешь? Ну, типа того. Вниз или наверх? Так, левая сверху. Да. Сейчас, подожди. Давай. Отлично. И губки надо надувать, чтобы скулы были. Вот такая у нас. Тут, блин, на заднем Денчик все ездит и ездит со своими ногами. Кто это? Ева Чернобыль. Говорят, у меня Миронов в компе, а ты в телефоне. Гость. Ты сразу смотрит нас с тобой. Ты пишет. Что пишет? Народ не любит. Народ у нас вообще у нас хороший народ. Где Юка? Юка, это мы видел. Здрасте, подписчикам, привет. Здрасте, подписчик. Жена мне говорит, спасибо. Да. Это еще. Конечно, Динки приехали в проект. Кто-нибудь знает? Какие-то подписчики к нам приходят. Кто такие? Ну, хавчик принесли зато. Ну. Ага, хавчик принесли, тогда да, наш подписчик. Кого смотришь-то? Сейчас надо Диму найти. Сильверсов заплыл за буйки. Кто-то пишет мне. Я тебя тут снимал без палева. О, улыбнись, поздоровайся с моими друзьями. Здорово, друзья. Кто-нибудь знает этого бородатого парня? Да ты откуда? Он похож на пирата. Еще и один. Пирата. Еще один у меня. У меня тут два бородатых. У нас атака клонов. Серега собрал самых брутальных парней рядом с собой. Сейчас у Сереги борода начнет пробиваться сразу. Стероидные гомосеки. Ну ладно, друзья, потом выйду еще. И смотрите, в одном кадре целая куча чемпионов. Денис Гусев. Да, смотрите, Сережа. Слава, Дима, все. Ладно, пока, друзья, скоро выйду еще. Да, мы друг друга здесь.